Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу найти подходящего партнера. Кажется какими-то глупыми, не умеющими ухаживать, постоянная тревога. Но в то же время я не хочу отношений и хочу заниматься своей карьерой. Когда встречаю мужчину, который уделил мне хоть немного времени, у меня появляется чувство эйфории и привязанности. Что с этим делать? Ну, самое лучшее решение, конечно, это пойти на психотерапию и разобраться с тем, что происходит с вами вообще, да? Ну, вот. Потому что есть ощущение, что у вас страх близости, с одной стороны, а с другой стороны, очень сильная потребность в компенсации. То есть вы компенсируете, стараетесь компенсировать мужчинами что-то в себе такое, что вот является источником какого-то дефицита, боли и так далее. Вот. Значит, от чего тревога? Пока получается так, что тревога от внутреннего конфликта. Внутренний конфликт здесь связан с тем, что с одной стороны вы хотите отношений, чтобы за вами ухаживали, с другой стороны хотите карьеру. И это как будто бы не укладывается у вас в сознании в одно. То есть, иными словами, либо-либо. Вот. Вот, собственно говоря, то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, сейчас, по крайней мере. Вот. Вот. То, что, на мой взгляд, нужно было бы вам заметить. Что этот конфликт вы пытаетесь решить. У вас это сделать не получается. Конфликт решить не получается. И вы испытываете тревогу. Потому что должны что-то выбрать. Как будто бы. Вы как будто бы все время должны выбирать. Либо-либо. Либо я выбираю вот это, либо я выбираю вот это. Дальше. Следующий момент. Очень важный момент. Заключается в том, что почему-то мужчины должны за вами ухаживать. То есть, ну, это, конечно, хорошо. Это хорошо, если мужчины за вами ухаживают. Но если нет. Ну вот в прямом смысле, если мужчина не ухаживает за вами, то это обязательно отказ человеку. На каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами, быть может, вы мечетесь между выбором или карьера, или ну, или карьера, или отношения не просто так. Вот. Может быть, вы выстраиваете отношения с мужчинами таким образом, что в этих отношениях
карьера невозможна? Может ли быть такое, если так, то с этим, тоже, мне кажется, нужно поработать и поисследовать этот момент. Вот, как-то так. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.